В автопарке коммунального предприятия служба благоустройства «Пополнение». Теперь там трудится новая комбинированная машина на базе КАМАЗа. В ближайшее время парк компании дополнится и новым погрузчиком. Ключи от техники вручил глава Десногорска Андрей Шубин. Можете посмотреть, какая красота. Этот оранжевый красавец теперь на страже чистоты и порядка. Комбинированная дорожная машина на базе КАМАЗа – подарок своему городу администрации Десногорска. Событие действительно особенное, ведь в последний раз техника для службы благоустройства приобреталась 10 лет назад. В старую технику вкладывать финансовые средства довольно-таки очень затратно. Проще потратиться и купить вот такую красивую, надежную машину, которая года 3-4 будет эксплуатироваться без проблем. Это итог успешного взаимодействия администрации Десногорска, губернатора Смоленской области Алексея Островского и концерна «Росэнергоатом» в лице генерального директора Андрея Петрова. Благодаря достигнутым договоренностям из резервного фонда губернатора Смоленской области Десногорску было выделено 60 миллионов рублей, почти 10 из которых были направлены на покупку этой техники у компании «Смоленские машины». Также мы ожидаем фронтальный погрузчик, новый тоже, который к нам придет в 20-х числах июня. Мы его также самое будем использовать на уборке территории города. Ключи от новой машины глава города Андрей Шубин вручил генеральному директору службы благоустройства Андрею Олейникову, тем самым дополнив парк предприятия до 21 единицы. Вот эти люди, благодаря им, персонал, я хочу выразить огромные слова благодарности, потому что эти люди приносят нашему городу большую пользу. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.